Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Антон Хорин, я музыкальный мастер, и мы находимся в моей мастерской в Петергофе. Сегодня демонстрирую вам свой проект, который еще находится в процессе работы. Это складная гитара. Как известно, проблема современных музыкантов в том, гитаристов в частности, что авиакомпании не принимают в салон музыкальный инструмент просто так, а заставляют сдавать его в багаж и не гарантируют никакой сохранности. И интернет полон публикациями про случаи, когда дорогие инструменты просто разбиты в дрободан, в хлам, даже на самых крутых авиакомпаниях мира. Не только на наших отечественных. Инструменты бьют, кидают, никакой футляр не выдерживает. И люди попадают на очень большие деньги. Чтобы провести инструмент в салоне самолета, необходимо покупать дополнительный билет, а это очень большие деньги. Но есть размеры ручной клади, которые позволяют брать в салон бесплатно. Эти размеры во всех авиакомпаниях примерно одинаковы. И вот под эти размеры был спроектирован мною инструмент, гитара, чтобы ее можно было разобрать, сложить в специальный футляр-чехол и, соответственно, поместить в ручную кладь в самолет. Да, уже есть подобные проекты у Мартина, у еще у каких-то производителей, но чем они сложны, чем они плохи? Во-первых, для разбора инструмента нужен специальный ключик. Отверточка, ключик, прочее. И перед этим заказом музыкант, который мне это все как бы идею подкинул, он сказал, что нет возможности, не всегда бывает ключик в руке, или потерял, или что, и как я буду разбирать. То есть задача была, чтобы одним движением, максимум двумя, без применения специального инструмента, никаких монеток, никаких винтиков, ничего раскручивать, просто чик разобрал, чик собрал. Это было первое. Второе. Проблема всех тех разборных инструментов, о которых я говорю, в том, что они все равно не вписываются в габариты ручной клади. По длине габарит ручной клади 56 сантиметров. Так вот, гриф не вписывается по длине. Он длиннее, даже если его отделять или еще что-то как-то. Задача была уменьшить и этот размер, чтобы все это происходило. И вот, значит, показываю вам. Это в процессе работы, это сыровато все еще, только собрано. Вот, но я сразу спешу выложить, посмотреть на реакцию публики. Ну и, может быть, заявить о каком-то своем вот изобретении такого маленького порядка. Итак, русская гитара со съемным грифом. То есть здесь ничего не вклеено. Но сзади закреплена вот такая застежка. То есть сверху струны тянут, и там у меня два металлических, сейчас я вам покажу, шканта. И здесь сверху гриф притянут струнами 60 килограммов, а снизу он притянут вот этой застежкой. Ослабили струны, отстегнули гриф. Одно движение, все. Сняли гриф. Все. Сняли гриф. Вот они, два металлических шканта. Вот здесь. Все. Теперь он 560 миллиметров, он не влезает. Поэтому хвост грифа, хоп, на точно таких же металлических шкантах. Сняли. Все, убрали в карман. Этот гриф уже короткий, убрали в карман отдельно.
Ничего друг друга не царапает, не бьет. Ничего. Струны здесь будут крепиться на пинах. Поэтому быстренько вынули пины, вынули струны. Струны остались на грифе. Замотали струны об гриф, убрали в карман. Это в карман, это в карман. Все. Все великолепно соответствует размерам. Всем видно. Размерам. Авиабагажа. И все великолепно входит в ручную кладь самолета. Остается только сшить специальный чехол с маленьким карманом для грифа, для хвоста грифа, и с длинным карманом для ручки грифа. Обратно то же самое все. Обратно. Хвост. Здесь я сделаю обязательно кожаную или войлочную прокладку. Она предусмотрена. Сейчас это все в работе, ее еще нет. Чтобы, во-первых, все это было мягкое, никакого дребезжания. Вот. И чтобы все было чики-чики. Вот. Вставили обратно хвост. Ну, видите, пока брюки превращаются в элегантные шорты, короче. Вставили хвост. Вставили хвост. Очень плотненько встает, это хорошо на самом деле. Потому что он не должен болтаться, не должен дребезжать, ничего. Вставили хвост. Вставили сюда. На гели шканты задвинули до конца. Первое, что нужно будет, натянуть струны чуть-чуть, буквально грифочек пойдет сюда, а потом мы мою застежечку надеваем, застегиваем. Все, инструмент готов к игре. Вот такими проектами занимается моя мастерская. Надеюсь, что проект складной гитары вам понравился. И проблема с перевозом гитар в самолете будет решена. И подобные заказы на подобные инструменты могут появиться у меня еще. Буду рад их выполнить. Буду рад внести даже изменения в конструкцию по вашим предложениям. Спасибо вам большое. Увидимся. До свидания.